Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о любви. Вы знаете, очень часто я слышу такую фразу, чтобы любовь возрастала, любовь умножалась, любовь росла, и меня это немного в свое время возбуждало, я пытался все больше и больше кого-то любить, напрягаться, но знаете, потом я понял одну вещь. Писание нигде не говорит практически о том, что любовь, она растет, умножается. Любовь, она либо есть, и тогда ее достаточно абсолютно для всего, либо ее нет. Смотрите, что пишет Павел, 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих. «Достигайте любви». Он говорит «достигайте любви». Он не говорит «возрастайте». Он не говорит «пусть ее будет у вас много». Он говорит «достигайте». И вы знаете, я вдруг понял одну вещь, что любовь – это цель, поставленная перед нами Богом, чтобы мы до нее добрались, чтобы мы открыли свое сердце, наконец, и полюбили по-настоящему. Я уже говорил как-то, что любовь, она не принадлежит нам, она не данность, она приходит свыше, она изливается, как Павел пишет Римлянам в 5 главе, она изливается в наши сердца, и нам нужно просто до нее добраться. Нам нужно впустить Бога в свою жизнь, в свое сердце. Любовь, она или есть, или ее нет. Усилия нужно прилагать не в том, чтобы любить больше. Усилия нужно прилагать, чтобы вообще просто любить. Если ты думаешь, что ты мало любишь Бога, то я могу тебе сказать, что ты его вообще не любишь. Если ты думаешь, что ты мало любишь свою жену, детей или там мужа, и ты об этом думаешь, что ты просто не любишь. Человек, обладающий любовью, получивший это от Бога, принявший это в свою жизнь, он любит. Он просто любит. Возможно, мы не умеем ее проявлять, и в этом мы должны учиться. И в этом мы должны возрастать. Но если ты любишь, то это вся мера любви, которая у тебя есть. Потому что просто вот возьми сейчас и представь лицо любимого человека. Как бы ты ни пытался сейчас умножить, это не получится, потому что ты уже любишь по максимуму. Ты просто не знаешь, как выразить эту любовь. А это уже совершенно другая история.